Ну а в чем безнадежность заключается, что человек не может найти женщину, которая сейчас... ему... Да. Ты помогаешь кому, женщинам или мужчинам? Я сейчас тебе приведу несколько примеров. Да. Вот, я глубоко не анализирую свою деятельность. Я просто вот принял заказ, звонит мужик и говорит, там, мне там 70 лет, я очень богатый, но у меня, говорит, один сын, сын-алкаш. Сын-алкаш, ему 30 лет, он безнадежно влюблен в девушку из Белоруссии. Он ее привез в Москву, эту белоруску, купил ей квартиру, машину, все. Она его бросила, и сын-алкаш, и он там все время ходит в клинику, ложится там в клинику, вышел, зашел, алкоголик, и все. И папа говорит, я несчастлив, у меня сотни миллионов долларов, я несчастлив. Я попробовал все. Мне сказали, есть доктор Листерман, последняя инстанция. Папа ко мне приходит, я говорю, давай дадим классную телку твоему сыну. Он говорит, сын ничего не хочет, но он влюблен вот в эту. Так. Как ты бы решал этот вопрос? Ну, клин клином вышибают. Как? Значит, ну, значит, новую. Найти клон, у тебя же огромная база. Да. Найти точно такую же. Похожую. Но помоложе. Точно, вот абсолютно правильно. И поглупее. Да. И технично ее подставить к этому, познакомить с сыном технично, потому что сын ничего не хочет. То есть технично ты имеешь в виду случайно, чтобы это выглядело как, понятно. Выглядело для сына как случайно. Так. Вот так. Ну, ты осуществил это? Сделал, полгода работал. Каждый раз, ну, во-первых, я стал искать клонов, для того, как ты правильно говоришь, девушки, я их подобрал. Так. Вот служба безопасности папы мне говорит, сын сидит в таком ресторане у такой стойки бара. Угу. Я говорю, напротив стол номер 6, сажаем зверя. Раз, мы посадили эту дуру. Я ей говорю, ты хоть разок ему загляни в глаза, улыбнись, отвернись. Угу. Ну, короче, мы их как вот приманку ставили, да? Угу. Ему не понравилось первое. Не понравилось. Да. Потом через месяц мы опять вторую еще где-то в другом месте. Угу. Через полгода он клюнул наживку, сын. Угу. И вот уже год прошел, он счастлив, не пьет, у него новая любовь, ну как ты сказал, клин клином. Сейчас он посмотрит эфир, поймет, что все это подстава и снова кто станет. Посмотрит? Ну вот кто, сын, который нашел свою любовь. Я его не знаю лично вообще. Ну он тебя знает, наверное. Нет, он меня не знает тоже. А, то есть он эту ситуацию даже не просчитает? Он, конечно, не просчитает. Ты что, он же счастливый человек. Счастливые, они же вообще ничего не анализируют. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».